простейшая истина, что для публициста, имеющего в виду интересы большинства, возможен в настоящее время только один вопрос, поглощающий все остальные. Как накормить голодных людей? Как обеспечить всех? Необходимо изображать яркими красками страдания голодного большинства, выдумываться в причины этих страданий, постоянно обращать внимание общества на экономические и социальные вопросы и систематически отрицать, заплевывать и осмеивать все, что отвлекает умственные силы образованных людей от главной задачи. Если умные и честные поэты своими трудами сосредотачивают внимание общества на главной задаче, то, разумеется, таких поэтов надо встречать с распростертыми объятиями, как драгоценных и полезнейших союзников. Надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений. Надо читать и размышлять не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбой каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния. Словом, надо думать. В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества. Надо думать. В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества. Простейшая истина. Ясна как день, та простейшая истина. Надо думать. В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества.